3 НДФЛ. До конца декларационной кампании осталось 2 недели. Более 55 тысяч деклараций в Чувашии уже сданы. Это на 700 больше, чем в прошлом году. Справка 3 НДФЛ должна быть представлена, если в 2017 году гражданин продал квартиру, находящуюся в собственности менее 3 лет, получил в дар дорогостоящие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход из источников за границей. Подать сведения о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, у которых есть адвокатские кабинеты, и другие лица. Вот, на сегодняшний день 1997 декларация представлена, это свыше 1 миллиона. Ну, если сравнить с датой 22 апреля 2017 года, да, вот, у нас 94 декларации больше, вот, которые свыше 1 миллиона. Это количество из 55 тысяч, 1997. Вот. Дальше говоря, уже от 1 до 10 миллионов у нас 1926. Декларации в диапазоне от 10 миллионов до 100 миллионов представили 23 налогоплательщика. Тех, кто получил доход от 100 до 500 миллионов – 4 физических лица. Свыше 500 миллионов – 1 человек. Время подачи декларации завершается 3 мая. Сведения о доходах можно представить не только в налоговой инспекции, но и в электронном виде в интернете на сайте налоговой службы через личный кабинет налогоплательщика.